Я хочу, чтобы вы ко мне отнеслись чуть-чуть с пониманием, чтобы я не кричал, чтобы у нас шума не было. Чтобы дело пошло, нужно слушать тренера. С этой простой и понятной истины знаменитый боец Олег Токтаров начал свой мастер-класс. Впереди были 2 часа интенсива от звезды UFC чемпионатов по смешанным единоборствам. В зале самбисты и дзюдоисты, которые только в начале своего пути. Для малышей многое кажется странным и необычным, особенно когда их любимый тренер оказывается беззащитным перед напором именитого гостя. Я колен толкаю немножко в сторону. Если вдруг он ко мне подходит ближе, я могу вышибить оба колена. Олег Токтаров настаивает, умение правильно падать – это основа боевой спортивной дисциплины. Еще одно ноу-хау – цепкие и крепкие ноги. По мнению самбиста и мастера джиу-джитсу Олега Токтарова, хитрость и ловкость ног может стать залогом успеха. Мастер захватов и болевых приемов, знаменитый русский медведь, за годы в спорте разработал несколько тысяч элементов, которые ныне составляют авторскую методику подготовки бойцов по-токтаровски. В свое время в этой голове, я так хотел даже какой-то рекорд сделать Гиннесса, находилось порядка 12-20 тысяч приемов. То есть я не знал сколько, просто нашел ту формулу, когда это все как деревья. Они веточки. Я даже раньше мыслил по-другому. Он мечтал быть артистом, но родители отдали в спорт. Боец Токтаров в 12 лет перечитал все книги в доме. Возможно, поэтому в его работе все больше поэзии и образов. Вот я сплю такой прекрасный на берегу, и вдруг какой-то дядя страшный, Дима на меня набрасывается. Дима набрасывается на меня. Обратите внимание, что я делаю? Я всовываю. В данном случае я подвышку сунул локоть. Я сегодня объяснял ребятам, например, что ваши глаза вас обманывают, как правило. И наиболее информацию вы получаете от прикосновения, но это нужно в себе развить. Дисциплина и послушание. Нарушителям этих правил грозило наказание от наставника. Вместо запланированных 1,5 часов Олег Токтаров провел на ковре более 2,5. Настолько общение с одинцовскими спортсменами увлекло звезду голливудских блокбастеров. Кто сегодня вам мастер-класс давал? Тот дяденька. Ты забыл, как его зовут? Да. Вот эти все семинары, я, в принципе, смотрел их по телевизору где-то, да, в интернете смотрел. Но когда вот на личном опыте, когда человек такого большого спортсмена, такого большого ранга, известный человек показывает на тебе все эти приемы, показывает нюансы, указывает, что где надо поставить, это очень интересно. Воспитать своих спортсменов у нас задача номер один, потому что мы именно хотим, чтобы наши одинцовские борцы были именно местными, да, ниоткуда не привлекались ничего. Поэтому у нас задача, как минимум, это мастерство на уровне, ну, хотя бы кандидата мастера спорта. Вообще у нас нацелены очень грандиозный план, мы хотим олимпийские медали. Спортивное знакомство подкрепили фотосессии, затем настал черед автографов. Новые знания и стимул, чтобы двигаться вперед. Пример Олега Токтарова, прошедшего путь от самбиста до звезды мирового спорта и кино, как никогда заразителен, особенно для простых мальчишек. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».